Я вітаю глядачів каналу «Миколаїв». Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. По середах ми, як завжди, спілкуємося в рамках цієї програми з юристами на юридичні теми. І сьогодні торкнемося актуальних питань нашого суспільства. Сьогодні гість нашої студії Іван Шкіль, адвокат громадського об'єднання правосвідомих громадян. Вітаю вас. Добрий день. У нас сьогодні є дві теми такі актуальні для спілкування з вами. І пропонуємо вам для того, щоб ви почули нас, нашого експерта, така тема, як в межах податкової реформи запроваджена механізм блокування прийняття та реєстрації податкових накладних, а також ще одна тема – це мораторій на примусове стягнення житлового майна, яке було передано та забезпечено в якості валютного кредиту. Отже, поговоримо спочатку про механізм блокування прийняття та реєстрації податкових накладних. Є закон, так, відповідна законодавча база створена в Україні. З якою метою був прийнятий цей закон, цей законодавчий акт, і як, власне, він вплинув на роботу підприємств? Були внесені зміни в налогове законодавство України в частині предоставление полномочий налоговой службе блокировать принятие регистрации налоговых накладных от предприятия. Данного... А, власне, коли були ці зміни прийняті? Эти зміни були прийняті з початку року, і з 1 апреля 2017 года запущені пілотні проекти о внедрении даного механізму на практиці. То есть 1 апреля как бы есть пилотные проекты, где уже пытаются реализовывать эти механизмы практически в хозяйственной деятельности предприятий. Пилотные проекты касаются всей территории Украины, да? Мы не говорим не только о Николаеве, но всей. Да. То есть пробный вариант. А давайте немножко подробнее расскажем, что это за пилотные проекты и, собственно говоря, как это все повлияло на работу предприятий. Согласно налогового законодательства, налогоплательщики, средние и крупные налогоплательщики, в том числе и плательщики налога на добавленную стоимость, обязаны заключить с налоговой инспекцией договор о признании их электронных документов, составлять налоговые декларации и налоговые накладные в электронном виде и подавать их на регистрацию в налоговую инспекцию. Соответственно, налоговая инспекция обязана принять данные налоговые документы от предприятия, зарегистрировать их в реестре. Отказ в принятии регистрации данных документов по причинам и основаниям, которые четко не указаны в Налоговом кодексе Украины, запрещено законом. Безусловно, механизм блокировки регистрации и принятия налоговых накладных является хорошим методом противодействия возможного мошенничества в сфере налогообложения, но данный механизм может повлечь негативные последствия для добросовестных налогоплательщиков, которые, попав под горячую руку налоговиков, наделенными такими новыми и обширными полномочиями, просто могут нести убытки от таких действий налоговой инспекции. Безусловно, что данный механизм зависит от того, насколько полно и четко он будет описан и закреплен в подзаконных нормативных актах, которые закрепляют эти основания для такой приостановки либо отмены регистрации налоговых накладных. Данные основания должны быть четко определены на законодательном уровне с учетом баланса интересов как налоговой службы, так и добросовестных налогоплательщиков. Но основания непризнания, наверное, прописаны в законодательном акте, в законе, налоговом кодексе Украины. В налоговом кодексе, да. Все это прописано. Все... Чтобы понять актуальность данного вопроса, надо поднять тему, какие последствия данной блокировки для предпринимателей. Последствия такой блокировки распространяются как на самого субъекта налогоплательщика, который обязан составить и отправить на регистрацию данные налоговые накладные. Согласно налогового кодекса, за несвоевременную регистрацию налоговой накладной предусмотрены штрафные санкции, размер которых составляет от 10 до 40% от суммы налога на добавленную стоимость, который отображается в данной налоговой накладной. Также
последствия существуют для контрагентов такого налогоплательщика, то есть покупателя товаров либо услуг, которые в связи с тем, что не были зарегистрированы налоговые накладные в едином реестре налоговых накладных, не имеют права отобразить в своем учете налоговом налоговый кредит. Соответственно, уменьшается лимит последующей регистрации налоговых накладных, и у данного предприятия увеличиваются налоговые обязательства, то есть сумма налога, которую они обязаны заплатить в бюджет. Допустим, привести пример практической реализации данных полномочий налоговой службы. Существует такое николаевское предприятие, как «Росток Агро», которое в течение 10 лет осуществляет свою деятельность, связанную с оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией, является добросовестным налогоплательщиком. За весь период работы у налоговой службы никогда не возникало никаких вопросов и проблем к этому предприятию. В марте 2017 года на регистрацию от этого предприятия были поданы налоговые накладные по операциям, хозяйственным операциям, которые они были совершены этим предприятием. С налоговой инспекции пришли квитанции, уведомления о том, что данные налоговые накладные не приняты и не зарегистрированы по причине того, что договор о признании электронных документов данного предприятия прекратил свое действие. С целью исправления данной ошибки предприятием был подготовлен полный пакет документов и отправлен в налоговую инспекцию с целью перезаключения данного договора. С налоговой инспекции пришел ответ о том, что перезаключить договор невозможно в связи с тем, что действует тот старый договор, который был заключен ранее. То есть возникает такая ситуация, коллизия, инспекция противоречит сама себе. В одном случае, когда подаются налоговые накладные, они уведомляют предприятие о том, что мы их не принимаем, потому что закончился срок. При этом, направляя новый экземпляр договора на подписание, они отвечают то, что договор действует, поэтому основания для перезаключения нет. Я так поняла, что вы как адвокат занимаетесь вот с юридической точки зрения этим вопросом, да? Да. И, наверное, не только этой компании, да? Не только этой компании, потому что таких случаев очень много. Не всегда эти вопросы переходят в плоскость общественного обсуждения, потому что... А стоит ее обсуждать, потому что актуальная тема? Стоит, потому что это актуальная тема, и с этим сталкиваются многие предприятия по Украине, в том числе и в Николаеве и Николаевской области. Для разъяснения этого вопроса и для того, чтобы понять причины, действует ли все-таки договор, либо он прекратил свое действие, по какой причине не принимаются налоговые накладные, представитель предприятия обратился к начальнику налоговой инспекции Центрального района, на что начальник уведомил предприятие в устной форме о том, что да, действительно оснований для непринятия регистрации налоговых накладных нет, но ему поступило указание с областного управления о том, что ни под каким предлогом не принимать от этого предприятия бухгалтерские документы. Ну, я так понимаю, в данном случае будет разбираться уже судебная, да, инстанция? Да. И был дан совет о том, что идите решайте этот вопрос в областное управление. Ну, соответственно, предприятие стало перед выбором. Либо идти решать вопрос, как это называется, либо идти законным путем. Предприятие приняло решение идти законным путем. Что бы хотел сказать? Законный путь – это суд. Законный путь, я расскажу, каким путем мы пошли. Я хотел бы сказать, какие последствия для «Росток Агро», для предприятия повлекли данные действия. Мы сделаем акцент не только для этого предприятия, потому что если мы обсуждаем эту тему, это достаточно много. Я привожу случаев, пример данное предприятие, потому что это фактически месяц назад произошло, и есть реальные, скажем так, последствия этого механизма. Пока не принимались и не регистрировались налоговые накладные, на предприятия, согласно налогового кодекса, начисляются штрафные санкции. Данные штрафные санкции, как я уже говорил, составляют в размере от 10 до 40%. Это в зависимости от того, на какой срок были просрочена регистрация налоговых накладных. По приблизительным подсчетам, данные штрафные санкции по тем операциям, которые не были зарегистрированы, будут составлять около 5 миллионов гривен. Помимо этого, в связи с тем, что «Росток Агро», данное предприятие,
не зарегистрировал налоговые накладные, контрагенты, покупатели продукции этого предприятия, согласно условиям договора, который был заключен между ними, начислила и взыскала с этого предприятия штрафные санкции в размере 12,5 миллионов гривен. То есть на сегодняшний день прошел месяц, и уже на предприятии возникают такие обязательства денежные, как перед налоговой службой, так и перед его контрагентами. То есть последствия тяжкие, вопрос актуальный и имеет серьезные последствия. Ну и сделаем основной вывод из этой ситуации. Что делать вот, предприятию, как действовать? Есть закон, предприятие, есть действия определенные. Предприятие, данное предприятие пошло законным путем. На сегодняшний день Центральным районным судом города Николаева, следственным судьей Дерко Иваном Ивановичем, который рассмотрел жалобу «Росток Агро» на действия прокуратуры области, разобравшись с материалами дела, принял решение обязать прокуратуру области внести в единый реестр досудебных расследований информацию о совершенном служебными лицами налоговой инспекции Центрального района уголовного правонарушение, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса, это злоупотребление служебными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия для предприятия. Тяжкими последствиями является материальный ущерб в размере 12,5 миллионов гривен. Помимо этого, предприятие обратилось в административный суд с исковым заявлением о признании действий налоговой инспекции противоправными. Кроме того, принимаются меры о взыскании с виновных лиц нанесенного ущерба, то есть этого ущерба. Ну, собственно говоря, мы все, да, по этому вопросу уже достаточно информации изложили. Мы перейдем ко второму вопросу, который сегодня хотели поднять. Это действующий мораторий на принудительную реализацию жилого помещения, которые были переданы как обеспечение валютного кредита. Какие проблемные вопросы вот в данном? Ну, всем известно, что с 2014 года вступил в силу закон Украины о моратории, да, о принудительном взыскании житлового майна граждан Украины, которое было передано в обеспечение валютного кредита. Данным законом предусмотрено, что запрещается в принудительном порядке взыскивать с данной категории лиц имущество, которое было передано в ипотеку либо в залог в обеспечение валютного кредита. И существуют определенные критерии данных лиц, на которых распространяется действие данный закон. Данными критериями является то, что это должно быть обязательно кредит предоставляться физическому лицу, это должен быть валютный кредит, то есть предоставленный лицу в иностранной валюте, это должно быть критерием является то, что данное лицо передало в обеспечение данного кредита свое житловое майно. И это житловое майно является единственным имуществом, в котором проживает должник. Кроме того, существуют и критерии по площади данного имущества. Данный мораторий распространяется на имущество. Для квартиры квадратура не должна превышать 140 квадратных метров, для жилого дома 250 квадратных метров. На практике возникли вопросы, связанные с тем, имеет ли право банк либо кредитор требовать возврата данных денежных средств и в принудительном порядке взыскивать данное имущество. Скажите, а в каких случаях возникает вот именно вот такие вот возврат? Это неуплата кредита, да? Право требования у кредитора возврата задолженности либо право требования взыскания ипотечного имущества возникает согласно с условием договора, который был заключен между банком и физическим лицом. То есть лицом. Любое нарушение условий договора влечет? Там, как правило, это просрочка платежей по кредиту, 2-3 месяца. С этого момента у банка возникает возможность в принудительном порядке взыскивать в полном объеме данные денежные средства. Эти нюансы все должны быть прописаны в договоре? Эти нюансы
обязательно прописаны в договоре, потому что это является в дальнейшем основанием для того, чтобы в судебном порядке урегулировать данный вопрос. На практике возникла ситуация, имеет ли право банк обращаться в суд в связи с действием данного закона о взыскании данных денежных средств по этим взаимоотношениям. Верховный суд Украины разъяснил этот вопрос и принял правовую позицию, согласно которой было определено, что кредитор, банк имеет право проводить работу по получению исполнительных документов о взыскании данной задолженности либо принудительном взыскании ипотечного имущества, но при этом, получив данный исполнительный документ, они не имеют права обращаться в исполнительную службу, чтобы исполнительная служба в принудительном порядке выполняла решение суда, пока действует данный мораторий. То есть банк и кредитор имеют право реализовывать свое право на обращение в суд, получать решение суда, но пока действует мораторий, они фактически выполнить это данное решение суда не могут. В том случае, если банк злоупотребил своими процессуальными правами, обратился в исполнительную службу, предоставил этот исполнительный документ, исполнительная служба обязана отказать в открытии исполнительного производства. На практике возникают ситуации, когда исполнительное производство по таким исполнительным документам уже открыто, в данном случае исполнительная служба обязана закрыть его. То есть, другими словами, если вы передали свою квартиру в ипотеку и взяли под нее кредит в иностранной валюте, пока действует и подпадаете под критерии, которые установлены договором с законом Украины о моратории, в период, пока действует данный закон, банк не сможет в принудительном порядке без вашего согласия реализовать это имущество и взыскать с вас денежные средства, но при этом банк имеет право проводить все необходимые меры и реализовывать свои права в судебном порядке, в том числе и в судебном порядке о получении решения суда исполнительных документов о взыскании этой задолженности. Просто эти документы будут лежать и ждать своего времени, пока не будет отменен этот мораторий. А на какую категорию граждан не распространяется этот мораторий? Так можно определить? Не распространяется данный мораторий на юридические лица, на физических лиц, у которых помимо имущества, которое было передано в ипотеку, есть еще другое имущество. Не распространяется на лиц, которые передали свои квартиры либо дома в ипотеку, и квадратура этого имущества превышает те нормы, которые установлены в законе о моратории. Скажите, пожалуйста, если возникает задолженность, банк, не могут люди оплачивать, по разным причинам, какие действия? И человека в данном случае, не банка, а человека, что ему нужно предпринять? В данном случае этот вопрос можно урегулировать в досудебном порядке. Все зависит от того, насколько найдут взаимопонимание банк и должник. То есть все взаимоотношения, которые возникают между ними, они регулируются на основании договора. И все договоренности, которые могут возникнуть в дальнейшем между ними, эти договоренности носят исключительно добровольный порядок. То есть если они пойдут навстречу друг другу. Обязать банк в судебном порядке приостановить там начисление процентов либо штрафных санкций, если эти штрафные санкции и проценты четко предусмотрены договором, который был подписан должником, это практически нереально. Существуют разные программы в банках о реструктуризации кредитной задолженности, применение так называемых кредитных каникул, когда дается какой-то льготный период для должника, который не платит там, тело кредита, либо проценты.
Помимо того, существуют программы, когда банк предлагает погасить часть какой-то задолженности, при этом остальная часть списывается, и в том числе списываются штрафные санкции, пени, которые были начислены на должника. Ну, в любом случае, не скрываться, а обратиться в В банк. любом случае, если вы будете скрываться и не будете вести переговоры с банком, то у банка не будет другого пути, как обратиться в суд, получить решение суда и в принудительном порядке взыскивать с вас эту задолженность. Обращение должно быть письменное или достаточно устного обращения? Как правило, данное обращение должно быть письменно, потому что оно в письменном виде это подтверждает намерение должника урегулировать данный вопрос в внесудебном порядке. Устно можно пообщаться с работниками банка. Если есть какие-то программы, о которых я говорил, то предлагаются эти программы. Если должник согласен, он в дальнейшем проводится работа о реализации этих программ на практике, то есть заключение каких-то дополнительных соглашений, каких-то дополнительных документах в рамках этих взаимоотношений между банком и должником. Ну, это касается, наверное, не только валютных кредитов, да? Это Это, да, касается, сейчас мы наверное. говорим о всех кредитах и о всех кредитных взаимоотношениях, которые возникают между банком и физическим лицом, в том числе и юридическими лицами. Скажите, с вашей точки зрения, вот такой мораторий имеет право быть на существование? Насколько долго он может быть продлен? Ну, данный мораторий был введен в связи с той ситуацией, которая возникла у нас со скачком курса валюты иностранной, когда, 14-й год, да? да, ну, в 2014 году он был принят, но скачок был раньше. И когда люди брали кредит, грубо говоря, 10 тысяч долларов, и по курсу, по старому он составлял там одну сумму в эквиваленте гривен, а когда курс поднялся, эта сумма увеличилась в 2-3 раза, то, соответственно, у таких лиц большинство таких лиц возможности платить данный кредит просто как бы испарилась такая возможность. Поэтому возникли массовые вопросы о том, что банки начали обращаться в суд о взыскании ипотечного имущества, о взыскании таких задолженностей. Соответственно, решения принимались в пользу банка, потому что были все законные основания на взыскание. Но при этом простые люди страдали от этой ситуации. И государство, наверное, для того, чтобы избежать какие-то скажем так, недовольство, массовое недовольствие со стороны физических лиц, они приняли этот закон и заморозили этот вопрос на неопределенный промежуток времени. Ну, мы сегодня обсуждаем, собственно говоря, два вопроса. Это налоговое законодательство и вот принудительная реализация жилого помещения. Если у наших телезрителей могут возникать вопросы в частности, представителям громадського об'єднання, правосвідомих громадян, громадської організації, куди треба звертатися? Ви можете свої адреси назвати, Да, власне. наш адрес – это город Николаев, улица Радостная, 19А. Там находятся наши офисы, приемная граждан. Любой человек может обратиться, записаться на прием, получить консультацию. Если это связано с противоправными действиями органов государственной власти, которые нарушают права граждан, то данные консультации проводятся бесплатно. Если это относится исключительно к хозяйственным правовым отношениям или гражданско-правовым отношениям между физическими лицами, юридическими лицами, то, соответственно, этот вопрос рассматривается отдельно и Тобто безкоштовну принимается. допомогу ви також надаєте, так? Так. Ну, що ж, я вам дякую за участь у нашій програмі. Запрошую ще, адже актуальних питань достатньо в нашому Дякую. суспільстві. Сьогодні ми говорили про податкове законодавство, а також про примусове стягнення житлових приміщень, яке передано та забезпечено якості валютного кредиту. Я вам дякую, шановні глядачі, за увагу. На все добре.